Включите мне вашу виртуальную коробочку. Напишите XFCE. А подождите, а почему 32 бита? А у меня 32, а на компьютер ставили тоже на 30? Тоже, да, конечно. Хорошо, давайте вперед, да. Ну, за глаза и за уши хватит, да. А процессоров сколько у вас? 6. Да, так, а что вы тогда сразу скачете это самое? Дайте-ка мне вот сюда глянуть. А что тогда такой жадный? Поставьте здесь 3 процессора, конечно. Так. Дисплей мне надо глянуть. Дисплей мне надо посмотреть. Опять-таки, вы что делаете-то? Я тороплюсь. Не надо жалеть видеопамять. Зачем ее жалеть? А вот теперь идите и выбирайте свой образ из списка. Или вот который вы сделали System Backlift 12 января, или идите туда вот в свою флорию. Открыть. Окей. Вот о чем я и говорю все по поводу их, вот этой рабочего стола XFCE. Это то, что я... Когда стоял чистый XFCE, вот эта система, он тоже не хотел работать. Виртуалка не хотела работать. Если не хватало каких-то драйверов и так далее. Ну, я смотрю, это сейчас виртуальная коробочка гадости делает всем, кому только может, потому что у меня тут тоже были проблемы с ней, переставлял. Ну, хорошо, у меня на облаке, значит, хранится сборка Linux Mint Cinnamon, где у меня коробочка там была уже настроенная. То есть, изообраз я брал сразу, как говорится, беру, ставлю его. У меня она там со всеми настройками, но, по крайней мере, уже работает. А потом я что-то недавно апгрейдился, и у меня тоже вот такая вот фигня выскочила, как и у вас, что виртуальную коробку запускаю и не могу. А, причем в одном случае была вот такая вот коза, посмотрите-ка. В настройках USB, и вот у вас стоит контроллер 2, да? Вот я сегодня у себя взял контроллер, вот этот USB отключил, запустил, и у меня эта зараза пошла и начала грузиться. У вас, я смотрю, то же самое. Да, да. Я об этом не знал. Так, а у меня тоже, как говорится, вышло совершенно случайно. То есть я просто взял контроллер этот, отключил. Потому что, ну, лезть в BIOS, там вот что-то там копаться, думаю, да нафиг это самое... Лениво как-то. Это было последнее обновление коробки на днях. Ну вот очевидно, вот это они гадость-то и сделали. Да. А я, ну это я, чисто говоря, случайно, скажем так, нашел такое вот решение. Ну, глядишь, кому-то пригодится. Да, это хорошо. О. Я записываю нас, так что опыт ценный будет для всех. И очень удачно, что вы мне позвонили. Потому что я смотрю с виртуальной коробочкой, вот после в свете на последних перемен у людей тоже это самое, порой крышу сносят там. Они начинают по всем этим рекомендациям позы делать и творят там такие вещи.